Ко мне повернись. Работаем, Катерина. Итак, всегда отдаю большую дань уважения тем людям, которые в такую погоду выходят, занимаются спортом, занимаются зарядкой, отлично проводят время и отдыхают душой. И мы сейчас здесь среди них собираемся тоже позаниматься немножечко зарядочкой. Так, какое упражнение сейчас? Да, работа корпусом. Ага. С нами сейчас Олег, руководитель вот этого сообщества. Скажите, что вас объединило в сегодняшний день? Вы знаете, мы все люди схожи очень по духу, и мы любим спорт. Просто так? Ну да, просто так. А может быть, здесь велосипедисты, атлетисты, хоккеисты, боксеры? Здесь все. Здесь и боксеры, и борцы, здесь и бегуны, и велосипедисты. Поэтому нас объединяет одно – это спорт. Это наш общий дух, это наша общая тема – там идти куда-то, бежать куда-то и стремиться к чему-то. А если кто-то захочет присоединиться, скажем, к вашему увлечению, тоже поделать зарядочку с утра, там пробежаться? Да. Вы знаете, мы на самом деле все работаем в одной компании, поэтому просто нужно туда усвоиться, туда. Ага, хорошо. То есть это вот коллеги ваши? Да, это все наши коллеги. Слушайте, ну завидно. Телекомпания «Утро на Енисея». Давайте-ка тоже вместе с вами выбираться на Татышев. А то что, бросили меня и одного оператора. Они, знаете ли, двух операторов. Они, знаете ли, тяжести тягают, а я тут с одним микрофоном. Вот хорошо, что вот ребята повстречались. Мне сегодня скрашивают. Скрасивают? Украшают мой досуг. Итак, до кого мы еще здесь? Здравствуйте. Чего не удивлена? Как вас зовут? Меня Настя зовут. Анастасия, вы каким спортом любите заниматься? Ролики. Ролики. И здесь сейчас планируете отправиться кататься? Да, ждем, пока откроется прокат. Да? Может быть, у вас есть какие-то приветы, которые бы вы хотели передать или разбудить кого-то? Весь Красноярск. Погода прекрасная. Пусть приходят, тоже занимаются и договариваются со своим руководителем, чтобы планерка проходила именно в таком формате. Ага. Вы действительно считаете эту погоду прекрасной? Да. Для вас, видимо, нет плохой погоды? Никогда. Слушайте, тогда вот вам за ваше позитивное настроение вот этот шарик. Спасибо вам. Прицепите его к роликам или к велосипеду, или на чем сегодня отправитесь. И обязательно показывайте его всем и говорите, вот сегодня вот эти ребята у нас были, «Утро на Енисея». Повторите. «Утро на Енисея». Вот эти ребята сегодня у нас были. Ага, хорошо. Итак, кто хочет передать приветы, может быть? Кто хочет что-то покричать в камеру, обратиться к кому-то? Да, мы хотим вместе сфоткаться. Роман, с вами с «Утро на Енисея». Мы хотели бы сделать совместную фотографию, чтобы выложить в нашем инстаграм. А, давайте, без проблем. Ребят, давайте построимся и сфотографируемся. Там доброе утро, доброе утро, Красноярск. Да, давайте, а потом... Да, давайте построимся, а потом все вместе как закричим «Доброе утро, Красноярск!» и все проснутся. Нет, только нужно, чтобы не все по телевизору проснулись, а проснулись вот именно вот все соседние дома. И все суслики, чтобы подорвались. Суслика. Итак, готовы? Утро на Енисея? Да, нет, просто с добрым утром, Красноярск. Итак, раз. Подождите, нашего руководителя нет. Нашего руководителя. А что мы будем делать, пока его нет? Как вас зовут? Мария. Мария, а вам какой спорт больше нравится? Ой, мне больше нравятся велосипеды и сноуборд. И сейчас в плане вы. А как на сноуборде? Вот только пока зимой. Зимы нет. Зимой. А пока зимы нет, как можно? А пока на Татышев ходим. Все. Итак, улыбочка. Раз, два, три. Раз, два, три. Добрым утром, Красноярск! Огонь, ребят, спасибо вам большое. Студия, вас тоже с добрым утром. Сегодня я задавал вопрос, кто написал песню-то про туман? И ответила нам Светлана или Елена Карнаухова. Мы обязательно свяжемся с нашей героиней через контакт. А пока, наверное, еще немножечко попляшем. Что у нас там дальше по сценарию? Танцы. Ага, танцы. Ничего себе, как все танцуют. Люди, да? Да, ты представляешь, да, как круто, коллективный дух. Ох, молодцы, вообще завидуем вам. Ну, у нас тут тоже ого-го какие, какой коллективный дух. Да, вот, ну вот, пожалуйста, вот сейчас реклама. Ну, вот. Вообще шикарно.